Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую самую простую, обыкновенную кофточку на собачку регланным способом. Вязала я ее таким образом, чтобы можно было сделать петельки для пуговичек и, соответственно, сделать застежку со стороны спиночки. Вот, я также сделала капюшончик, но капюшончик отстегивается, то есть можно сделать без него. Далее, размерчики я вязала на среднего йорка, по окружности груди у меня 36 сантиметров, по длине спинки от холки до низа 30,5 сантиметров, плюс 2 сантиметра наша резиночка на горловине. Далее, у нас окружность шеи 25 сантиметров, и уже исходя от окружности шеи я буду делать расширение на реглан до нужной окружности груди. Далее, если вы хотите уменьшить, допустим, окружность груди с 36, к примеру, на 2 сантиметра меньше, то просто делайте на один ряд реглана меньше прибавления, то есть на один лицевой и изнаночный ряд меньше, чем мы будем делать по видео. Если же хотите, к примеру, наоборот, увеличить на 2 сантиметра, то, соответственно, делаете плюс один ряд расширения. То есть все зависит от ряда расширения. Если же вы хотите больше на 2 сантиметра, то делайте на ряд больше. Если на 2 сантиметра меньше и каждые последующие 2 сантиметра меньше, то настолько рядов меньше, соответственно. И далее будем вывязывать уже спинку с планочкой, где у нас будут петельки для пуговичек. И здесь у нас на животике, если вы посмотрите, то идет уменьшение вот такое вот для того, чтобы удобно было, в общем, собачке, скажем так, выгуливаться. Вот. Далее, что еще хочу сказать. В принципе, одного моточка будет достаточно для однотонной кофточки вязания. Если хотите мешать цвета, как у меня вот ниточка дополнительного цвета идет, то где-то приблизительно у вас идет одна четвертая часть, может даже одна третья часть дополнительного цвета и две третьих или три четвертых основного цвета. То есть там уже идут, скажем так, расхождения буквально в граммах, поэтому я думаю, что это незначительно. Слишком тоненькую ниточку я вам брать не рекомендую для того, чтобы одежда все-таки держала как-то форму, и минимально при стирке она тогда будет у вас деформироваться. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать свою любимую Alize Lana Golf. Здесь 240 метров в 100 граммах полушерстяная пряжа василькового и темно-черничного цвета. Если хотите, можете использовать один цвет или множество, в зависимости от того, насколько вы хотите разноцветную кофточку. Далее нам понадобятся спицы. Я буду вязать номер 3,5 прямые использовать. И также буду использовать набор чулочных спиц, также номер 3,5. Нам понадобится далее крючок, ножнички, две булавки держателя для рукавчиков, либо же просто можете заменить ниточкой с иголочкой. Теперь 4 маркера, можете маркеры заменить обычными булавочками, и 5 пуговиц. Пуговицы можете сразу не готовить, а затем уже с готовым изделием просто пойдете и выберете на ваш вкус любые абсолютно пуговички, которые подойдут под цвет вашей пряжи, либо же это какие-то, может быть, декоративные в виде лапок и так далее. Исходя из моей плотности вязания и инструментов моих, я буду делать небольшой расчет для реглана, а затем уже приступать к самому вязанию. Итак, для начала я наберу на спицы прямые обычные 58 петелек и распределю их на регланчик. У меня должен реглан делиться на перед часть, на 2 рукавчика, на 2 части спинки, на 2 планки и петли кромочные. Это если вы хотите, чтобы застежка у вас была на спинке, как у меня. Если же вы хотите застежку на животике, то у вас планочные петельки, вот эти 6 петелек, должны находиться на передней части. Исходя из этого, наперед у вас будет 2 части планки, то есть 12 петелек. И плюс по одной петле или по две можете взять наперед помимо планки. Это для тех, кто хочет на пузике. Теперь смотрите. Я буду брать наперед 8 петелек. Затем на рукавчики на первый и на второй буду брать по 6 петелек. Затем на спинку 2 у меня стороны спинки, которые делит планка, по 10 петелек. То есть 20 петель для спинки у меня будет. Планочка у меня по 6 петелек, на которой будет находиться пуговички и петельки для пуговичек. И по одной петле кромочной. Исходя из этого, 58 петель я поделила на реглан.
Теперь, если вы посчитаете вот эти вот числа, которые я вам сказала, у вас получается всего 54 петли. Скажите, где еще 4 петли? А 4 петли это у нас 4 линии реглана. Первый регланчик, там где у вас рукавчик с одной стороны, второй регланчик, линия с другой стороны рукава. И с другой стороны точно так же. Рукавчики с одной и с другой стороны отделяют 2 регланные линии. Я их выделила немножечко вот такими вот, я бы сказала, стрелочками. Вот это у нас 4 линии реглана. И теперь 54 общие. И плюс 4 петли реглана. Вот они у меня все цифры в кружочках. Можете посчитать, и получается 58 петелек. Для начала узнайте, сколько у вас сантиметров занимает одна петля. То есть сколько в одном сантиметре петель, можно так сказать. И затем уже, исходя из этого, на мою окружность шеи я набираю 58 петелек. У вас это количество может быть меньше, может быть больше. Поэтому уже вы смотрите сами. И затем ваше количество делите на перед, на два рукавчика, на спинку. Спинка у нас, запомните, что всегда шире, чем перед. На две планочки, если вы хотите пуговички на спинке. И не забывайте за кромочные петельки. Итак, берем прямые спицы и набираем 58 петелек. Вы набираете свое количество петелек, которое вам нужно. Начальные 2 петельки я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 56 петелек. Для чего я делаю первую петельку и вторую на одну спицу? Для того, чтобы у нас просто не был растянутый краешек. Итак, набираем 58 петелек и затем будем вязать горловинку. Итак, петельки наши набраны, и вытаскиваем одну свободную спицу. У меня на одной спице вот они, начальные 2 петельки, поэтому я вытащила вторую. И начинаем вязать первый ряд. С первого ряда мы начинаем формировать резиночку 1 на 1, так как у меня на горловинке резинка 1 на 1, и по всем краям кофточки на нашей спинке снизу, на рукавчиках резиночка 1 на 1. Если хотите, можете заменить ее на 2 на 2. Но рекомендую вам вязать все-таки 1 на 1, чтобы вы не сбились, исходя если из того, что вы вяжете в первый раз. Итак, начинаем распределять на резиночку 1 на 1. Чередуем лицевая и изнаночная петля. В первом ряду первую кромочную я провяжу лицевой, затем в последующих рядах я буду ее снимать не провязанной. Итак, вяжем первую кромочную лицевой, далее вяжем изнаночная. И так и чередуем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная. В конце ряда всегда я буду делать кромочную изнаночной. Вот первую петлю ряда снимать не провязанной. Довязываем в конце ряда лицевая и последняя кромочная изнаночная петля. Далее разворачиваем второй ряд, вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, далее идет изнаночная. Мы так и вяжем над изнаночной и изнаночную. Над лицевой вяжем лицевую. И вот так вот чередуем лицевая и изнаночная над петлями предыдущего ряда, то есть над лицевыми лицевые, над изнаночными вяжем изнаночные. И вот так вот до конца второго ряда. Довязали второй ряд и развернули на третий ряд. Теперь смотрите, у нас при наборе петелек с одной стороны вот такие вот рубчики, и с другой стороны вот такая замечательная косичка. Я хочу, чтобы вот эта красивая косичка была у меня с лицевой стороны, поэтому первый, третий, пятый и так далее, все нечетные ряды это изнаночный ряд. И так как сейчас третий это изнаночный ряд, я вяжу все петельки по рисунку лицевая и изнаночная, чередуя до последних 7 петель. Это у нас получается последняя петля кромочная и 6 петель последние петельки 6 планки. Поэтому вяжем до 7 последних петелек по рисунку лицевая и изнаночная, чередуем как и прежде. Довязали до последних 7 петелек, 7 петель вяжем таким образом. Первая у нас изнаночная, мы так и вяжем ее изнаночной. Далее лицевая, мы так и вяжем ее лицевой. И изнаночная. То есть первые 3 петли мы провязали как по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее у нас идет лицевая, изнаночная. Мы пока их не вяжем, а делаем накид. И чтобы заместить этот накид в петельках, чтобы у нас не получилось прибавление, мы сейчас, получается, снимаем непровязанной лицевую и снимаем непровязанной изнаночной. Я буду их поворачивать таким образом, чтобы провязав изнаночную с лицевой стороны,
вместе изнаночную 2 петли с лицевой стороны, чтобы была красивая косичка. То есть, чтобы не перекручивать. В общем, нам нужно вот этот накид сделав, провязать 2 следующие петли, лицевую изнаночную, вместе одной изнаночной петлей. И я поменяла как бы местами изнаночную лицевую для того, чтобы провязать вместе изнаночной, и косичка с лицевой стороны у нас не перекрутилась. Далее мы довязываем одну лицевую и кромочная изнаночная, то есть по рисунку. Разворачиваем на лицевой ряд и теперь вяжем так. Кромочную снимаем, далее у нас по рисунку изнаночная, так и вяжем изнаночная лицевая, так и вяжем лицевой. И обратите внимание, чтобы эта лицевая была не перекрученная, красивой косичкой. Далее по рисунку у нас изнаночная, мы этот накид вяжем изнаночной петлей, не перекрещивая петельку. Накид не перекрещенной петелькой провяжем, для того, чтобы у нас получилась вот такая дырочка. Это первая петля для пуговичек. В дальнейшем мы так и будем делать петельки на всех расстояниях, на которых мы будем делать, в общем, пуговички. И теперь дальше вяжем лицевая, изнаночная. В общем, до конца мы вяжем просто чередуя лицевая и изнаночная. Довязали четвертый ряд резиночки, разворачиваем, вяжем пятый ряд по рисунку над лицевыми, лицевые, над изнаночными, изнаночные, шестой и седьмой ряд. То есть провяжите 3 ряда самостоятельно, просто резиночкой 1 на 1. Итак, связали 7 рядочков резинки 1 на 1, и у нас имеется уже с одной стороны петелька для пуговичек. Я вот с этой стороны и буду в дальнейшем делать все петельки абсолютно. И далее мы начинаем распределять петельки на реглан. Смотрите, я написала уже предварительно, что вам показывала. И теперь по вот этим записям, приготовив 4 маркера или 4 булавочки, как вам удобно, я буду распределять на реглан. Я вот специально взяла и маркеры, и булавочки, для того, чтобы вам было понятно, что можно использовать абсолютно и то, и то. Итак, смотрите, наши петельки-планки, их 6 у меня, я так и буду продолжать вязать резинкой 1 на 1. В дальнейшем от начала до самого-самого конца вязания. Теперь кромочную я снимаю, первую. Затем идут 6 петель планки. Я вяжу изнаночная первая, далее лицевая вторая, третья изнаночная, четвертая лицевая, пятая изнаночная, шестая лицевая. Вот они мои 6 петель планки и кромочная петля. Далее у нас идут 10 петель спинки. Так как у меня основная здесь вот вязка будет лицевая гладь, то я вяжу 10 лицевых. Если вы хотите, можете чередовать лицевая и изнаночная, делать какой-то рис, путанку и так далее. В общем, на ваше усмотрение. Я пока вам покажу, как связать самую-самую обычную лицевой гладью. Поэтому 10 петель вяжем лицевых. Это петли спинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Далее у нас идет регланная петля. Мы отмечаем ее булавочкой или маркером. У меня это изнаночная петля, я думаю, у вас также. Вот так сразу отмечаю ее маркером и делаю накид. Затем запомните, что регланные петли мы будем вязать изнаночными петлями с лицевой стороны и лицевыми петлями с изнаночной стороны. Делаем накид, далее петля реглана у нас изнаночная. Снова делаем накид и смотрим. У меня 6 петель рукавчика, поэтому я вяжу 6 лицевых петелек после накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связала петельки рукавчика 6 лицевых. Далее снова у нас петля реглана, поэтому я отмечаю ее булавочкой, эту петлю. И также точно делаю накид перед петлей, затем петлю, несмотря на то, что она лицевая, вяжу изнаночной и снова делаю накид. То есть петли реглана у нас изнаночные, вокруг них с обеих сторон по накиду. Теперь у нас идет 8 петель переда. Я так и вяжу 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лицевых, далее у нас идет линия реглана. Я отмечаю линию реглана, вот эту петельку, маркером. Вот так. Делаю накид
Далее эту петлю провязываю изнаночной и еще один накид. Теперь у меня идут 6 петель рукавчика. Я вяжу 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова у нас идет линия реглана вторая после рукавчика. Поэтому я беру маркер и снова отмечаю эту петельку. Она у меня лицевая, но регланчик я буду вязать изнаночной петлей. Делаю накид. Далее эту лицевую я вяжу изнаночной и снова один накид. Связала рукавчик реглану линию, дальше идет вторая часть спинки из 10 петелек. То есть вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спинку связали, дальше у нас идут 6 петель планки и 1 кромочная. Планку я вяжу резинкой 1 на 1, поэтому вяжу изнаночную, далее лицевую по рисунку. Изнаночную, лицевую, это уже 4 петли, и изнаночную, лицевую, 6 петель. Кромочную всегда вяжу последнюю изнаночной петлей. И вот таким вот образом мы связали первый ряд и распределили петли на регланчик. Вот так вот у вас должно быть 4 отмеченных петли. И дальше вяжем, разворачиваем изнаночный ряд, это у нас второй ряд. И все последующие изнаночные ряды мы будем точно так же вязать, как свяжем сейчас. Кромочную снимаем, далее вяжем 6 петель планки, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот они наши 6 петель планки. Далее у нас идут до регланной линии, до первого накида, все петли изнаночные. У нас их пока 10 петли спинки, 10 изнаночных петель, то есть вяжем по рисунку. Теперь у нас идет изнаночная петля наша реглана. И по обеим стороны от нее накиды. Мы накид вяжем перекрещенной изнаночной петлей. То есть как бы продолжаем вязать изнаночную гладь с изнаночной стороны. Далее петля реглана у нас лицевая с изнаночной стороны. И снова второй накид перекрещенной вяжем изнаночной петлей с другой стороны. Теперь снова у нас в петельке рукавчика их 6. С изнаночной стороны это 6 изнаночных. 3, 4, 5 и 6. Теперь снова линия реглана наша. С изнаночной стороны вяжем перекрещенную изнаночную. Далее регланная линия лицевая. И с другой стороны накид перекрещенной изнаночной вяжем. Теперь у нас 8 петель переда. Поэтому вяжем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее снова у нас линия реглана, поэтому вяжем накид перекрещенной изнаночной петлей. Затем линия реглана у нас лицевой петлей и второй накид перекрещенной изнаночной петлей. Затем снова у нас 6 петель рукавчика, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали 6 изнаночных. Теперь снова линия нашего регланчика, поэтому вяжем накид перекрещенной изнаночной петлей. Далее регланная 1 петля лицевая и со второй стороны перекрещенный вяжем накид изнаночной петелькой. И затем у нас остается спинка из 10 петелек, поэтому вяжем 10 изнаночных петелек. Затем у нас идут 6 петель планки нашей, вяжем изнаночная, лицевая, и кромочная петля у нас изнаночная, 1 кромочная петля. Все, довязали наш регланчик с изнаночной стороны и лицевую сторону вяжем точно так же, как и первый регланный ряд распределения. То есть мы связали первый, второй ряд, сейчас третий вяжем как первый ряд. Кромочную снимаем, далее 6 петель планки. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. Далее у нас регланная линия добавляет с одной стороны петлю, накид мы провязали, и со второй стороны петлю. Одна петля у нас уходит на спинку, вторая петля уходит на рукавчик добавления. Поэтому у нас уже в спинке 11 лицевых,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 добавленная петля, перекрещенная изнаночная во втором ряду. Далее делаем накид, регланную петлю вяжем изнаночной и снова делаем накид. В рукавчике у нас уже 8 лицевых петелек, так как добавилась регланная петля в одну сторону и со второй регланной петли во вторую сторону вторая петля. Поэтому вяжем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее у нас идет, получается, второй реглан со второй стороны рукавчика. Делаем накид. Вяжем изнаночную отмеченную петлю, затем снова накид и петли переда. Их у нас уже 10, так как реглан добавил с одной стороны одну петлю и второй реглан с другой стороны петлю. Поэтому 8 плюс 2 петли с каждой стороны по петле это 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дошли до отмеченной петли реглана. Делаем накид. Провязываем петлю реглана изнаночной. Вот она, отмеченная наша петелька. Снова делаем накид и вяжем петли рукавчика. Их у нас уже 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее у нас еще одна петля реглана. Вот она, четвертая петля. Поэтому делаем накид, отмеченную петлю вяжем изнаночной, с другой стороны петли реглана накид и довязываем петли спинки. Их у нас 11, потому что петля реглана у нас к спинке прибавляет всего одну петлю. Сделали накид и довяжем 11 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Дальше у нас идут 6 петель планки. Изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2 и изнаночная лицевая 3. 6 петель планки провязаны и остается 1 кромочная изнаночная петля. Мы связали третий ряд и прибавили, получается, еще 2 петли к рукавчику, 2 петли к переду, 2 петли ко второму рукавчику и по одной петле на каждую из частей спинки. То есть в этом ряду у нас уже получается добавлено к спинке 2 петли, то есть 12 будет петелек изнаночных вместе с накидом. Далее на рукавчик у нас уже будет 10 петелек, так как 2 раза мы добавили по 2 петли, перекрещенный накид. 8 изнаночных и перекрещенный накид. Это 10 петель рукавчика. Далее у нас уже будет, получается, 12 петель переда, потому что 10 изнаночных и 2 накида перекрещенных изнаночных. Затем снова на рукавчик также у нас будет 10 петелек. На спинку у нас будет 12 петелек. На планку без изменения и кромочные, то есть 7 петелек последних в начале и в конце мы вяжем по рисунку резиночки 1 на 1. То есть смотрите, запомните, самое главное, что изнаночный ряд вы вяжете все по рисунку, так как ложатся петельки. А в лицевом ряду мы будем добавлять перед линией реглана и после по накиду. Перед линией, после, перед линией, после, перед линией, после. И в изнаночном ряду будем перекрещивать накиды, вязать изнаночными петлями перекрещенными. Поэтому вяжем четвертый ряд, он у нас изнаночный, самостоятельно по рисунку. Довязали изнаночный ряд, разворачиваем на лицевой пятый ряд и вяжем. Кромочную снимаем, далее 6 петель планки. Это изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2 и изнаночная лицевая 3 раза. Теперь у нас идут петли спинки. Мы вяжем просто лицевыми петельками. Если хотите, можете не считать петельки. Главное самое вам довязать до регланной изнаночной петли. То есть вы так вот вяжете лицевые, 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 потом бамс, изнаночная, значит, это регланная линия. Это самый простой способ для того, чтобы не запутаться.
Вот я вязала-вязала, раз, у меня изнаночная петля. Я перед изнаночной делаю накид, изнаночную провязываю изнаночной и после нее делаю также накид. Снова вяжу лицевые, это петли рукавчика. Поэтому вяжу лицевые до изнаночной регланной петли. У нас уже все сейчас четко видно и хорошо. Я думаю, что здесь уже не нужно будет сильно путаться и заморачиваться. Снова вязали-вязали, бамс, изнаночная. Делаем передний накид, провязываем изнаночную и после нее делаем накид. Теперь петли переда. Снова вяжем все абсолютно лицевые до изнаночной петли. Вяжем, вяжем, вяжем лицевые до отмеченной маркером изнаночной петли. Можете уже на маркер даже не обращать внимания. Просто смотрите, чтобы у вас по вязанию, вот она, дошли до изнаночной петли. Делаем накид передний, провязываем изнаночную петлю изнаночной и делаем снова накид. Затем петли рукавчика вяжем лицевыми петлями. Вяжем, 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 доходим до изнаночной петли. Значит, это линия реглана. А на линии реглана мы вяжем изнаночную изнаночной петлей и перед ней и после нее делаем накид. Вот она наша изнаночная, делаем накид, вяжем изнаночную петлю изнаночной и накид. И теперь вяжем до последних 7 петелек, это у нас петли спинки. То есть просто вяжите лицевые над лицевыми петлями, а дальше вы увидите узорчик резинки 1 на 1. И вот где у нас будет узорчик резинки, там мы и будем вязать тоже по рисунку. Вот она у нас идет изнаночная лицевая, изнаночная лицевая 2, изнаночная лицевая 3 и кромочная изнаночная. Мы снова в пятом ряду добавили по 2 петельки на рукавчик с каждой стороны реглана по одной петле. Затем на перед с каждой стороны по одной петле, то есть 2 петельки, на второй рукавчик и на спинку по одной петельке, потому что у нас регланная линия, вот она, одна всего лишь перед спинкой и после спинки идет одна регланная линия, которая добавляет нам всего по одной петле. А так как здесь вокруг рукавчика 2 петли регланные, значит они нам по одной петле добавляют. Здесь тоже 2 вокруг переда, 2 петли регланные, поэтому 2 добавляют. И здесь вот где рукавчик, тоже 2. На спинку одна регланная петля. И все, я думаю, что здесь легко вам будет запомнить. И вяжем шестой ряд по рисунку. Кромочную снимаем. Далее у нас идут 6 петель резинки. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая и изнаночная лицевая. То есть мы провязали кромочную и 6 петель планки. Я так и буду писать. Кромочная 1 петля, 6 петель планки. Далее вяжем все петельки до накида нашего изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Накид мы провязываем 13 изнаночной скрещенной петлей. Перекрещенной. И так и пишем 13. Далее 1 лицевая петля реглана. Мы ее вяжем лицевой. И далее у нас идет перекрещенный накид изнаночной. Это первая петля рукавчика. Далее считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 перекрещенная изнаночная петля накид с реглана. Так и пишем 12. И снизу я ставлю вот такую вот галочку, то есть что это рукавчик. Дальше мы вяжем регланную лицевую линию. И снова у нас идет перекрещенная изнаночная. Это уже идет у нас петли переда. Первая изнаночная. Далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И накид делаем перекрещенной изнаночной. 14 петля. Так и пишем 14. Теперь снова регланная линия, лицевая петля и пошли петли рукавчика. Перекрещенная изнаночная. Далее это первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая и перекрещенная изнаночная, 12 петля.
Это петли рукавчика, поэтому я пишу 12 и ставлю снизу галочку, что это петли рукавчика. Снова регланная линия лицевая. Накид я вяжу перекрещенной изнаночной и довязываю изнаночные петли. Это вторая часть спинки. Итак, перекрещенная первая изнаночная, далее вторую вяжем, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая петля. И дальше у нас остается 7 петелек, поэтому вяжем 13 петель спинки и довязываем 6 петель планки, изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2, изнаночная лицевая 3 и кромочная последняя изнаночная. Поэтому вяжем 6 петель планки, записываем 6 петель планки и 1 кромочная. То есть смотрите, что мы имеем. Мы имеем 2 кромочные, 6 петель планки с одной стороны и с другой стороны, 13 петель на спинке с одной и с другой стороны части, 2 рукавчика по 12 петелек и средняя часть 14 петелек. Перед у нас больше от рукавчика на 2 петли, так он у нас на 2 петли и должен продолжаться разница быть между рукавчиками и передом. 2 петли больше на переде. Вот они так у нас и есть, 2 петли. Далее, смотрите, у нас спинка увеличилась на 3 петли. Планочка у нас и кромочная не увеличивается и не меняется. 6 плюс 1 петля. Обязательно, самое главное, запомните, чтобы у вас разница была между передом и рукавчиками в 2 петли. Затем рукавчики у вас должны быть обязательно с одинаковым количеством петель, точно так же, как и две части спинки. Вот это первая часть и вторая часть, они у вас должны быть тоже с одинаковым количеством. И планка, и кромочная, опять же повторюсь, без изменения. Вот таким вот образом нам нужно увеличивать вот это количество в лицевых рядах до тех пор, пока у нас первая часть спинки не изменится до 21 петельки. Затем на рукавчиках у вас будет по 28 петелек, на передней части на 2 больше, соответственно 30 петелек. На второй части спинки, как и на первой, 21 петелька. И петли планки и кромочная не меняются. Вот увеличиваем вот эту нашу циферку до тех пор, пока у нас не будет вот такие циферки. И тогда мы с вами продолжим для распределения рукавчиков. Будем отделять, затем перед соединять со спиночкой. И вот так вот будем соединять в круговое вязание. А пока вы продолжаете в каждом лицевом ряду добавлять вокруг регланных изнаночных петель по накиду, а с изнаночной стороны эти накиды провязывать перекрещенной изнаночной петлей для того, чтобы ложились красивой гладью наши прибавочные вот эти вот петельки реглана. И в итоге у нас должно получиться вот такое вот количество петелек. Я не буду вам говорить его в общей сложности, хотите, можете сложить все петельки, но я считаю это лишним. Вы просто делаете прибавление до тех пор, пока у вас вместо 13 петель спинки не получится по 21 петле с каждой стороны, с 12 петель рукавчика не получится 28 петель, с 14 петель переда не получится 30. Точно так же и с другой стороны симметрично. Рукавчик такой же, спинка такая же, как и в первом случае, и петли планки и кромочные 2 петли по краям нашего вязания. То есть вот так вот у вас должно выглядеть в итоге по окончанию провязанных количество петелек. И затем вы в изнаночном ряду уравняете это количество. Перекрещенные последние накиды вы провяжете изнаночными петлями с изнаночной стороны. И мы с вами встретимся уже в лицевом ряду. Хотите, если вам вот эти вот уже, скажем так, регланные линии отмеченные не нужны, маркеры, то хотите, можете их снять. Можете, если они вам не мешают, не снимать их до тех пор, пока мы не свяжем полностью кофточку. Тут уже вы смотрите сами. В общем, вяжем расширение реглана. И на расстоянии от первой петельки, вот здесь вот, на 7,5 сантиметров, то есть в центр ставите линеечку и отмеряете 7,5 сантиметров. То есть от начала вязания это приблизительно где-то 8,7 миллиметров или 9 сантиметров, то есть приблизительно вот плюс-минус ряд. У меня это получился изнаночный ряд, там где я вязала перекрещенную изнаночную, вместе с ней изнаночные вот эти петельки спинки, у меня и здесь получилось 19.
И теперь я делаю на планочке петельку для пуговички. Как и первый раз, я делаю это с изнаночной стороны. Поэтому вяжем первую изнаночную нашей планочки, затем вторую лицевую, третью изнаночную, делаем накид, а изнаночную с лицевой вместе провязываем одной изнаночной. Я поменяла их местами для того, чтобы мне было удобно провязать. И смотрите, наша красивая косичка с лицевой стороны так и продолжает идти. Далее довязываем лицевую и изнаночную кромочную петлю. Развернув на лицевой ряд, мы вяжем все по рисунку. Кромочную снимаем, далее у нас идет изнаночная, лицевая, та, которую мы провязали, две петли вместе. И смотрите, благодаря тому, что я повернула их другой стороной, то есть местами поменяла, у меня получилась лицевая красивая без искажения петля. Далее у нас идет накид, мы вяжем его изнаночной петлей, не перекрещенной. Обратите внимание, у нас должны быть петельки вот такие вот для пуговичек. И вот у нас получилась вторая петелька. Дальше довязываем планочку, лицевую и изнаночную петлю. И продолжаем дальше вязать одну лицевую еще планочки. Вот шестую мы довяжем. И дальше продолжаем вязать лицевую гладь, делая прибавление для нашего расширения. То есть делаем прибавление на регланчике. И вот она, наша вторая петелька готова. Обязательно это не забудьте. Петельки мы будем делать на расстоянии от первой до второй, от второй до третьей и так далее 7,5 сантиметров. То есть от самой петельки. Первую петельку мы с вами сделали вот здесь вот при провязывании третьего ряда от начала вязания. А сейчас вот я вам сказала 19 у меня лицевых петелек. Вот. И вот как раз таки в изнаночном ряду я и буду делать петли для пуговичек. Мне так удобно, и я уже в лицевом ряду сразу провязываю неперекрещенную изнаночную. И благодаря тому, что у нас на изнаночной петелька провязывается петли, поэтому у нас вокруг получается 2 лицевые петли и не слишком растянутая получается вот такая вот петелька для пуговички между двумя изнаночными петлями в чередовании резиночки 1 на 1. Итак, я связала до наших вот этих вот циферок нижних. И теперь я нахожусь в начале лицевого ряда, то есть чтобы делать следующее прибавление. Но прибавления на этом наши окончены. То есть нам сейчас нужно будет распределить петельки между вот этими нашими маркерами и булавочками на рукавчики. То есть смотрите, нам сейчас понадобятся вот эти две булавочки, на которых мы оставим рукавчики, либо же это просто ниточка с иголочкой. Итак, смотрите, первую нашу кромочную мы снимаем, далее вяжем 6 петель планки. Изнаночная, лицевая, 1, то есть все пока по рисунку. Изнаночная, лицевая, 2, изнаночная, лицевая, 3. Петли планки провязали, теперь у нас 21 петля лицевая. Так и вяжем 21 петлю лицевую. 1, 2, 3, 4, 20 и 21. Вот мы связали 21 петлю переда. Теперь у нас по факту регланная петля изнаночная. Мы ее не провязывая, просто пока снимаем на правую спицу. Обратите внимание, не провязанной. Теперь берем, раскрываем одну из булавок. И нанизываем петли рукавчика. Их у меня 28. Открываем булавку и отсчитываем. Первая петля, далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. 28 петелек переносим на булавочку. Все петельки переодеты. Теперь застегиваем булавочку и желательно вот так вот полностью все петельки собираем в уголочке булавки. Теперь дальше. Мы сейчас вот эту петельку, которую сняли не провязанную на правую спицу, возвращаем нашу изнаночную. И у нас дальше идет изнаночная вторая петля реглана со второй стороны рукавчика. Мы эти две изнаночные провяжем вместе одной петлей лицевой. Я вот так вот их переодену, чтобы они у меня смотрели в одну сторону. И провязываем 2 вместе одной петлей лицевой. Немножечко прирастянется у вас петелька, но абсолютно ничего страшного. Теперь дальше у нас петли переда. Их 30 петелек, поэтому вяжем 30
лицевых на правую спицу. Просто вяжем обычными лицевыми петлями. Вам, возможно, сейчас будет не очень удобно из-за вот этой булавочки. Если у вас на ниточке переодеты петельки, то там гораздо проще. То есть можете вместо булавочки нанизать на ниточку отдельную. И затем отрываете ниточку и дальше будете второй рукавчик нанизывать на ниточку, которая осталась у вас в иголочке. И вот так вот провязываем наши 30 лицевых. Дальше снимаем непровязанную первую петлю изнаночную реглана с одной стороны на правую спицу, не провязывая, обратите внимание. Теперь берем вторую булавочку и переносим 28 петель второго рукавчика. Теперь вот у нас с левой стороны изнаночная осталась петля и с правой стороны непровязанная изнаночная. Мы их переодеваем на левую спицу и вместе провяжем 2 изнаночные петли одной петлей лицевой. Я поверну снова изнаночную для того, чтобы мне было удобно провязать. Вот эти петельки рукавчика нашего хорошо смещаем и вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Это наши петли реглана. И дальше продолжаем вязать наш перед, спинку. Перед мы уже провязали спинку в 21 лицевую петлю после того, как провязали 2 вместе изнаночные петли реглана лицевой петлей. И смотрите, что у нас получается. У нас получается, отделились рукавчики. Петли реглана мы сократили из 2 изнаночных, вывязали 1 лицевую, то есть сократили. С одной стороны 2 провязали вместе под рукавчиком и со второй стороны под рукавчиком. А 28 петелек с одной стороны и с другой стороны мы переодели на спицу. Вот они, наши петли рукавчика отделились. А общее вязание соединилось в одно сплошное. И вот так вот дальше продолжаем вязать вот эту нашу 21 лицевую. Далее у нас идут 6 петель планки, резинка 1 на 1. И изнаночная кромочная петля. Разворачиваем на изнаночную сторону. И кроме петель планки 6 с одной и с другой стороны, все петли у нас изнаночные. Довязав изнаночный ряд, теперь вяжем 3 ряда. Лицевой, изнаночный и лицевой ряд. Полностью петли по рисунку. То есть, смотрите, вы главное запомните, что планочка вяжется резинка 1 на 1, 6 петель первых и последних, плюс кромочная 7 петель. И среднее вы вяжете просто с лицевой стороны лицевыми петлями, с изнаночной изнаночными петлями. Так вяжете 3 ряда. 2 лицевых и 1 изнаночный. Так как я хочу сделать ставку темного цвета, то в конце третьего лицевого ряда, то есть я хочу ввести цвет и провязать двумя цветами, то есть цветом основным и вспомогательным, которым у меня полосочки, кромочную последнюю петлю изнаночную. Вот так вот, двумя цветами. Пока я ниточку вот эту темного цвета не закрепляю, она у меня пока будет, возможно, привытаскиваться, но абсолютно ничего страшного. Ниточку основного цвета я пока оставлю с внутренней стороны. То есть, смотрите, кромочную я снимаю. Далее ниточку основного цвета я перевожу на изнаночную сторону. А ниточкой вспомогательного цвета я буду вязать следующих 2 ряда. Изнаночный и лицевой. То есть, смотрите, как ложатся петельки планочки, мы так и вяжем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Затем у нас идут петли изнаночные, я так и вяжу их изнаночными. И петли планки, как всегда, свяжу лицевая и изнаночная, то есть резинка 1 на 1. Но при этом уже вяжу ниточкой вспомогательного цвета этот ряд изнаночный и один лицевой ряд. Довязав до конца лицевой ряд, это второй ряд вспомогательного цвета, я последнюю вот эту петельку, которую мы вязали двумя цветами ниточкой основного и вспомогательного цвета, я так и провяжу изнаночной петлей двумя цветами.
Вот эта петелька, не переживайте, у вас последняя петля будет закрываться верхней стороной планочки с петельками. То есть это у вас сторона, где пуговички будут. Поэтому не переживайте, последнюю петлю вот эту не бойтесь провязывать вместе для того, чтобы не делать потом лишних каких-то присоединений и привязываний. Честно говоря, я вообще противник лишних каких-то присоединений, особенно как бы, ну, тело собачки, которое требует одежду, очень такое нежненькое и, честно говоря, будет ему, я думаю, что мешать вот эти вот всякие лишние, скажем, присоединения и узелки. Поэтому я вот хочу, как на детскую вещь своего рода, провязать без каких-то там дополнительных, в общем, ну, узелков. Вот, поэтому я буду вот эту последнюю кромочную петлю провязывать просто двумя цветами до тех пор, пока мне больше не понадобится вот эта вспомогательная ниточка. Итак, снимаем кромочную петлю не провязанную, затем ниточку дополнительного цвета я оставляю перед работой с изнаночной стороны, а ниточкой основного цвета продолжаю вязать дальше. Я ниточкой основного цвета провяжу также изнаночный и лицевой ряд. В конце лицевого ряда я кромочную петлю провяжу ниточками двух цветов. Провязав два ряда основным цветом, я снова кромочную провязала вместе две ниточки. Теперь ее снимаю не провязанной и ниточку основного цвета оставляю перед работой с изнаночной стороны, а ниточкой дополнительного цвета продолжаю вязать вот эту вот полосочку. Но полосочка у меня будет состоять уже не из двух рядочков, как я провязала первую, а из восьми, то есть пошире. При этом каждую последнюю кромочную петлю, вот здесь вот с лицевой стороны, я буду провязывать две вместе, основную ниточку и вспомогательную, для того, чтобы делать красивый переход. И, наконец, провязав 8 рядочков вспомогательным цветом, я, провязав последнюю лицевую, точнее, изнаночную петлю, кромочную, но в лицевом ряду, провязала двумя цветами и теперь оставляю вспомогательную ниточку перед работой в начале изнаночного ряда. Сняли кромочную, оставили перед работой нашу вспомогательную ниточку и ниточкой основного цвета вяжем теперь два ряда, изнаночный и лицевой. Но при этом в этом изнаночном ряду я сделаю петельку для пуговичек. У меня уже снова 7,5 сантиметров провязано от второй пуговички. И вот третью пуговичку я буду делать на расстоянии 7,5 сантиметров, поэтому нам нужно для этой пуговички сделать петельку. Вот сейчас, довязав ряд до конца изнаночный, я на планочке сделаю петельку. Итак, в конце ряда на планке из 6 петелек мы вяжем изнаночную, лицевую, изнаночную. Провязали 3 петли планки, делаем накид и лицевую с изнаночной поворачиваем таким образом, чтобы провязать изнаночную петлю из 2 петель одну. То есть сделали сокращение после накида. Теперь вяжем до конца ряда лицевую и кромочную изнаночную. Затем в лицевом ряду мы свяжем все точно так же, как и делали в прошлые разы. Кромочную снимаем. Далее у нас идет изнаночная, лицевая. Посмотрите, благодаря тому, что мы повернули петельку, у нас теперь красивая лицевая косичка. Теперь накид мы провяжем одной изнаночной петлей, не перекрещенной. У нас должна быть здесь дырочка. И довязываем дальше лицевая, изнаночная и лицевая петля. Вот мы связали планку и кромочную нашу петельку, и у нас получилась третья петелька для третьей пуговички. Вот она, вторая, первая, и это третья уже. На расстоянии 7,5 сантиметров у меня получилось между второй и третьей, как между первой и второй петелькой. И теперь до конца ряда я довяжу ниточкой вот этого цвета основного. Кромочная у нас снова двумя цветами пряжи. Теперь снимаем ее не провязанной и впереди, перед нашей работой на изнаночной стороне, оставляем ниточку основного цвета. А ниточкой дополнительного цвета я провяжу снова два ряда, это изнаночный и лицевой. Точно так же, как я вот здесь вот начинала, то есть два ряда, а затем снова поменяю на ниточку основного цвета.
Последнюю кромочную петлю лицевого ряда я вяжу изнаночной петлей, уже ниточкой только основного цвета. Ниточка дополнительного цвета вспомогательного остается у нас за работой. Вот она у нас. Теперь мне она уже не нужна. Я закончила вязать, поэтому я беру ножнички и отрезаю. Оставляю хвостик такой, чтобы можно было спрятать эту ниточку. Теперь ниточку дополнительного цвета я убираю вообще, она мне не нужна. И оставляю лишь только ниточку основного цвета. Вот эти хвостики я спрячу уже в конце нашего вязания полностью. И дальше продолжаем вязать только ниточкой основного цвета до тех пор, пока у нас не наберется от вот здесь вот подмышек до нашей длины животика минус 2 сантиметра на обвязывание резинки. И у меня получилось всего лишь один ряд дополнительного цвета. То есть я провязала изнаночный ряд до начала, вот здесь вот развернула, в начале лицевого ряда сейчас нахожусь. Предлагаю вам взять два маркера, либо две булавочки, и найти вот здесь вот под мышкой ту изнаночную петлю, которую мы сокращали в лицевую. Вот она у меня. И я вот так вот отмечу, после нее я отмечу как бы наши средние, вот эти 30 петель, до которых мы увеличивали реглан. Я с одной стороны отделила эту петлю и точно так же делаю с другой стороны. Вот она у меня, это убавочная лицевая петля. И между нашими маркерами должно быть 30 петелек. Я пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Все. 30 средних петелек на спице нам нужно отделить маркерами. Хотите, можете не отделять. Просто главное вам понять, где они у вас находятся. То есть вот они, убавочные ваши, две петли связанные изнаночные в одну. Вот они у вас. И между ними средние 30 петелек. Вот они нам сейчас нужны будут. Итак, я сейчас провязываю петли планки. Кромочную снимаю, далее вяжу изнаночная лицевая 1, изнаночная лицевая 2, изнаночная лицевая 3. И дальше вяжу просто лицевыми петельками по рисунку до тех пор, пока не дойду до вот этой первой булавочки. Дошла до булавочки, теперь ее убираю, вообще она нам пока не нужна. И смотрите, нам нужно вот эти 30 петелек между булавочками поделить на 3 максимально равные части. Так как 30 на 3 делится, вообще замечательно. Мы отсчитываем первые 10 петелек и провязываем их лицевыми. То есть первую часть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь среднюю часть, то есть следующие 10 петелек, я переношу на чулочную спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обратите внимание, я их не провязала, а просто перенесла. 2, 4, 6, 8, 10. Остальные петли пока не трогаем, абсолютно. Поворачиваем наше вязание. Вот так вот. И вяжем вот этой чулочной спицей, если она у вас такого же размера. Хотите, можете вязать этой же спицей длинной. Но мне будет, честно говоря, это не очень удобно. Поэтому я продолжу вязать большой и чулочной спицей дальше. Мы развернули, и у нас получилось 10 петель, третья часть нашего животика. И вот эта часть спинки с планкой. Я снимаю первую петлю непровязанную, то есть смотрите, она у вас в конце получилась как своего рода кромочная, поэтому я ее с изнаночной стороны не провязываю. И дальше вяжу петли по рисунку до конца ряда, то есть изнаночными петлями нашу спинку и часть животика, и дальше петли планки, так и вяжу как петли планки. Вот так вот, просто вяжу по рисунку вот эту часть среднюю. И эту продолжение я пока не трогаю. Мне она пока не нужна, поэтому я ее не трогаю. Вяжу по рисунку так лицевую сторону. И
Ой, изнаночную сторону и буду вязать лицевую сторону, но до последней вот этой петельки. То есть получается она у нас 10-я, если от центра считать, от центральных средних петелек, она у нас получается 1-я. То есть вот они центральные, она у нас 1-я. Провяжем изнаночную сторону по рисунку и лицевую сторону до последней петли с лицевой стороны на вот этой части перед отделенными 10 петельками. Оставленные 10 петелек не довязали последнюю петлю. Недовязанную петлю так и оставляем на этой спице. Разворачиваем вязание наше и снова вяжем в обратную сторону изнаночный ряд. Первую вот эту петельку снимите, которую вы последнюю вязали с той стороны. И дальше вяжите с изнаночной стороны изнаночные петли плюс планка, с лицевой стороны планка плюс лицевые петли до последней вот этой петельки. То есть, смотрите, у нас уже получается 10 петелек, мы оставили одну 11, мы ее не считаем, а до вот этой второй петельки от 10 петель. То есть, вяжем с лицевой стороны, мы будем снова бросать одну петельку, не довязанной с лицевой стороны. Не довязав одну петельку в конце, то есть получается посередине уже остается 12 петелек, мы разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. И снова первую снимаем не провязанной, далее вяжем все петельки изнаночные плюс петли планки, и с другой стороны петли планки плюс петли лицевые, и снова не довяжем одну 13-ю петлю посередине. Не довязали одну петлю в конце, и у нас уже на средней спице 13 петелек. Поворачиваем наше вязание и снова вяжем с изнаночной стороны изнаночные петли плюс планка, с лицевой стороны лицевые петли плюс планка, не довязывая очередную петлю в конце, для того чтобы в середине оставить еще одну 14-ю петельку. Снова не довязали одну петельку, разворачиваем наше вязание и опять вяжем. Первую снимаем не провязанной, а далее вяжем по рисунку с изнаночной стороны изнаночные петли плюс планка, и затем с той стороны с лицевой планка плюс лицевые петли, не довязывая последнюю, уже получается посерединке 15-ю петлю. Не довязали 15-ю петлю и снова разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд, затем лицевой, снова бросаем петлю 16-ю. И что у нас в итоге получается? Смотрите, мы оставили самую центральную среднюю часть животика из 10 петелек состоящую. И затем через ряд, то есть мы вот так вот в каждом лицевом ряду будем бросать по одной петельке. Вот так вот, смотрите, или в каждом изнаночном, как вам удобно понимать. В общем, с лицевой стороны каждую последнюю петельку. И затем в начале изнаночного ряда каждого изнаночного ряда я буду вот эту последнюю провязанную лицевую петельку перед той, которую мы бросили, я буду ее снимать не провязанной. И таким образом у нас получается, я вам сейчас покажу на разных спицах, что у нас в итоге получается. Я переодену на другую спицу вот эти 5 петелек, которые мы с вами уже оставили. И вот смотрите, у нас в итоге получается, что мы вяжем одну сторону, то есть получается спинку с планкой, в одну сторону будем делать убавление, а затем присоединим ниточку и будем делать убавление в другую сторону. Вот так вот. И у нас получится вот так вот для животика небольшое такое углубление, и спинка таким образом получится длиннее, чем животик. И вот смотрите, благодаря нашим аккуратным переходам с левой стороны, благодаря тому, что мы ниточку меняли с изнаночной стороны, у нас получились вот такие аккуратные переходы. И при этом планочка там, где у нас петельки, будет закрывать планочку там, где у нас будут пуговички. И вот этого перехода цвета будет абсолютно не видно. Посмотрите, как аккуратно все получается, и нет никаких лишних присоединений для изменения цвета. Можете этим пользоваться до конца вязания, делать вот такие вот полосочки. Но так как вязание у нас делится на две части, то вам придется делать и полосочки и с этой стороны. Поэтому, в принципе, я полосок этих делать не буду. Мне этих центральных трех полосочек будет более чем достаточно.
И вот так вот продолжаем дальше, дальше, дальше делать убавление, но не забываем за планку. Смотрите, планочку мы, как всегда, делаем 7,5 сантиметров от одной до второй петельки для пуговички. Поэтому вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная петли планки, затем делаем накид. Лицевую и изнаночную мы поворачиваем таким образом, чтобы провязать вместе изнаночной. И косичка ложилась красивенькая с лицевой стороны. Затем вяжем лицевую и кромочную изнаночную. Затем вот этот накид вяжем, как всегда, изнаночной петлей между двумя лицевыми. Итак, мы оставляли по одной петле в конце каждого лицевого ряда, не довязывая одну петлю последнюю. И у нас получилось в итоге, смотрите, мы оставляли 13 раз. Запомните, что 13 раз нам нужно оставить после того, как мы на дополнительной спице оставили 10 петелек. И теперь смотрите, мы сейчас должны будем провязать лицевой ряд, то есть как бы фактически 14 петлю оставить. Но мы оставим сейчас не одну петлю, а 4 последние петли. Поэтому вяжем лицевой ряд по рисунку. Как всегда, мы вяжем планочку. А затем вяжем лицевые петельки до последних 4 петель. И 4 эти петельки мы снимем на дополнительную спицу к тем оставленным 13 петелькам. То есть у нас получится, уже мы оставили 13 и плюс 4 сейчас недовязанные петли перенесем. Получается 17 петель. Вот эти 4 петли я переношу на дополнительную спицу недовязанными и разворачиваю наше вязание и дальше вяжу изнаночный ряд. Развернув на лицевой ряд, снова вяжем все петельки по рисунку до последних 4 петель. То есть 4 петли мы снова, как и первый раз, перенесем на дополнительную спицу к тем уже получается 17 петелькам. И у нас в итоге получится на спице плюс 4 петли, значит 21 петелька. Вот мы 4 не довязали и переносим к этим 4 предыдущим петелькам. Вот так вот. И снова вяжем изнаночный ряд по рисунку, то есть изнаночными петлями и планкой. Затем снова развернув на лицевой ряд, опять вяжем все по рисунку до последних 4 петелек. То есть третий раз мы оставим 4 петли. Довязываем лицевыми петлями. И 4 снова оставляем на дополнительной спице недовязанными. И снова изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями и планочкой. Перенесли 3 раза по 4 петли. И теперь мы сделаем немножечко снова вот такой вот переход, как мы делали здесь. По одной петельке мы оставим 2 раза. То есть, смотрите, мы оставили 13 петелек, 3 раза по 4 петельки, еще 12 получается. И сейчас еще провязав все петельки, кроме последней, оставим первую лицевую, получается, последнюю петлю, первую. И снова провязав изнаночный ряд и лицевой, мы оставим вторую петельку, последнюю лицевую. И у нас должно остаться в итоге 2, 4, 6, 8, 10, 12 петелек. То есть 2 раза оставьте по одной петле в конце ряда до тех пор, пока у вас не останется 12 петелек на вот этой вот спице. Провязали убавление и теперь смотрите, у нас осталось 12 петелек. И ниточка у нас в конце провязанного изнаночного ряда. Для удобства я переодела наши 10 оставленных петелек, все оставленные петельки с боковой стороны, для уменьшения, как бы получается, углубления вот этой вот правой стороны. И смотрите, я ниточку так и оставляю. Сейчас с середины мотка я достаю второй краешек ниточки, то есть вторую часть моточка, второй кончик. И начинаю присоединение делать вот с этой стороны, для того, чтобы уменьшить уже левую сторону углубления. Итак, присоединяем рабочую ниточку к вот этой вот второй левой части. И все петельки, начиная с первой петельки, абсолютно вяжем без изменения. То есть здесь лицевые петли у нас и петли планки плюс.
Затем разворачиваем на изнаночную сторону и все петельки с изнаночной стороны вяжем по рисунку. С изнаночной стороны не довязываем одну последнюю петелечку, разворачиваем и продолжаем вязать уже без нее. Это как бы первая наша оставленная боковая петелька. Снимаем вторую непровязанную петлю и вяжем все петельки лицевые с изнаночной стороны снова. Предпоследнюю петлю мы не довяжем, у нас уже получится 2 оставленные петли. И вот так вот в каждом изнаночном ряду в конце ряда я буду не довязывать одну петельку, оставляя ее на боковой стороне. При этом у нас оставленных петелек должно быть симметрично вот этой нашей стороне, то есть 13 петелек по одной. 13 раз мы будем оставлять в конце каждого изнаночного ряда по одной петельке, пока у нас на дополнительной спице, потом я переодену, если будет петелек больше, не будет вот так вот 13 петелек. Затем я 3 раза оставлю недовязанными с изнаночной стороны по 4 петельки. И затем еще 2 раза по одной петельке. То есть делаю все абсолютно симметрично. И в отличие от нашей правой стороны, вот этой, которую мы уже связали, на этой планочке у нас нет петелек. Поэтому мы просто, абсолютно легко, легкими обычными движениями продолжаем вязать без каких-либо изменений и заморочек. Вот. Продолжаем бросать в каждом изнаночном ряду в конце изнаночного ряда по одной петельке 13 раз, 3 раза по 4 петельки и еще 2 раза по одной петельке. То есть все симметрично той стороне. Я думаю, что вам будет с этой стороны гораздо проще, чем с той уже. Вы уже, я думаю, что поняли систему. Вот. Поэтому продолжаем оставлять. Хотите, можете задействовать третью спицу, на которой оставите вот эти вот брошенные петельки. Вот, я пока буду вязать на двух. Я уже, как вы видите, перешла на чулочные. Мне так гораздо проще. И эти спицы гораздо короче. Соответственно, вам проще мне показывать на камеру. Вот, и так дальше продолжаем бросать. Вот, снова я не довяжу. Вот она, вторая наша петелька. И так вот поверну, буду вязать снова лицевой изнаночный ряд. В изнаночном ряду оставлю еще одну петельку. Вот эту ниточку я пока еще не закрепила. Я ее буду прятать уже в конце, когда закончу наше вязание. И благодаря тому, что мы оставляем вот так вот петельки, можно было бы проще всего сделать углубление благодаря убавлениям. Но, честно говоря, это бы получилось оконченное вязание. Затем бы мы снова набирали петельки. А так у нас петельки уже есть. Естественно, что я, скажем так, легких путей не ищу. Вот я решила делать вот такое вот углубление, но с открытыми петельками. И, честно говоря, благодаря вот такому вот убавлению, вот у нас не будет никаких рубчиков для перехода на резинку. То есть мы будем обвязывать резиночкой еще. Вот это наше углубление, то есть добавится еще пару сантиметров. Вот. И благодаря вот этим вот убавлениям и переходам, вот здесь вот эти 2 петелечки у нас еще для перехода, плавный переходик будет у нас такой вот полукругом. С одной стороны и с другой стороны волна. И я же говорю, уже не будет закрытой петельки, мы просто по этим петлям будем вязать резиночку. Я, конечно, еще наберу несколько петелек промежутки между этими петлями брошенными, так как у нас здесь 2 ряда, а мы оставляли одну петлю на 2 ряда. Вот, не в каждом ряду мы бросали, а только лишь в лицевом ряду в конце, а здесь в изнаночном ряду в конце. Поэтому, конечно же, я тут немножечко наберу еще петелек, но они будут вообще незаметны, поэтому вот для такого вот оригинального, я бы сказала, и довольно-таки простого в выполнении, на первый взгляд, может кому-то покажется, что проще было бы все-таки закончить и набрать петли. Но, честно говоря, повторюсь, мне не нравится рубчик, когда закрываем петли, а затем набирать. Я его не люблю, поэтому я буду делать максимально, как на детской одежде, меньше каких-то присоединений и рубчиков. Ой, вот. И, в общем, я думаю, что самостоятельно вы справитесь. Оставляем наши петельки.
И затем у вас по ходу вязания должно остаться также 12 петелек, как и на правой стороне. Закончив оставлять в изнаночном ряду последнюю петлю из двух наших последних петелек, которые мы оставляли, вам нужно довязать лицевой ряд после того, как оставили в изнаночном ряду, и еще изнаночный ряд. То есть ниточка у вас должна оказаться с внутренней стороны, там, где у нас углубление. Для того, чтобы было симметрично одна сторона, второй стороне связана. И по количеству рядочков у вас должно совпадать с одной и с другой стороны. Если вы связали все верно, то, в принципе, у вас должно и так все совпасть. То есть вы оставили вот здесь, главное, запомните последнюю петлю в изнаночном ряду. Поворачиваете, довязываете без одной петли, получается, лицевой ряд. И изнаночный ряд у нас 12 петелек, все безоговорочно, остается с одной стороны и с другой стороны. Вот эту ниточку можно уже отрезать. Теперь подвигаем к себе вот этой первой правой стороной нашей и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд мы будем соединять полностью все петельки и вязать параллельно начало резиночки 1 на 1. Смотрите, первая у нас петля планки, кромочная, затем изнаночная. Так и вяжем: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть смотрите, мы, получается, закончили лицевой петлей 6 петель планки. То есть у нас идет чередование: изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, последняя петля планки. Дальше продолжаем вязать резиночкой. То есть следующую петлю вяжем изнаночную, затем лицевую, изнаночную, затем лицевую. И последняя 12-я петля у нас получается изнаночная. Теперь смотрите, подвигаем к себе вот эту спицу, на которой у нас боковые петли. И, как вы помните, у нас здесь не хватает одной петли посерединке провязанного ряда, поэтому поднимаем внутреннюю вот здесь вот, вот такую вот, как бы вам объяснить, между петельками у вас будет вот здесь ниточка натянута. Вот мы ее поднимаем на, получается, левую спицу и вяжем ее лицевой, эту петельку. Затем у нас идет уже петля. Вот мы вяжем скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Затем у нас идет петля, вот она, мы ее вяжем изнаночной. Снова поднимаем промежуточек между петлей и вот здесь вот рядом. И снова вяжем скрещенной лицевой за заднюю стеночку. Вот так вот. Затем снова петля у нас идет, мы вяжем ее изнаночной. Затем у нас идет между четырьмя снятыми петлями вот здесь вот промежуточек. Мы его поднимаем и вяжем тоже скрещенной лицевой за заднюю стеночку. То есть смотрите, из промежуточных рядов, там где мы не оставляли петельки, мы поднимаем петлю. Теперь у нас идут 4 петли. Мы вяжем по рисунку изнаночная, так как была поднятая лицевая скрещенная, затем лицевая. Снова изнаночная, затем следующая петля лицевая. Теперь в промежуток поднимаем между четырьмя первыми и четырьмя вторыми и вяжем этот промежуток скрещенной изнаночной петлей, так как по рисунку у нас идет чередование лицевая и изнаночная, и это у нас сейчас изнаночная петля. Дальше идут 4 петельки, мы вяжем лицевая, изнаночная и лицевая, изнаночная. Снова поднимаем промежуточек и вяжем лицевой, скрещенной лицевой, потому что у нас была последняя из четырех, изнаночная. Снова идут 4 петли, мы вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И у нас закончились здесь петельки. Дальше продолжаем вязать. Аккуратненько смотрите, чтобы у вас эти петельки не спадали с этих сторон везде. И теперь снова, смотрите, подтягиваем петельку, нашу крайнюю, и вот между этими петлями двумя есть промежуток. Вот мы с него поднимаем, получается, изнаночную петельку. Скрещенную изнаночную, обращайте внимание, чтобы у вас нигде не поделилась ниточка. Затем у вас идет петля, мы ее вяжем лицевой. Снова поднимаем промежуточек, вяжем скрещенной изнаночной петлей. Затем снова лицевая. Кто-то бы сказал, зачем поднимать петли, если резиночка должна немножечко стягивать. Она и так будет стягивать, не переживайте. Поднимайте петельки. Вот.
там, где не хватает у нас петли, то есть между рядами. Вот здесь вот, где мы не оставляли петлю. Смотрите, я сейчас поднимаю снова петельку промежуточную по рисунку, она у меня изнаночная. Я так и вяжу ее изнаночной. Снова вот петля есть лицевая. Промежуточек есть, значит поднимаем петлю. Поднимаем петлю, и у меня по рисунку эта петля должна быть скрещенной изнаночной. Обязательно перекрещивайте вот эти вот поднятые петли, потому что будет дырки, если не провяжете скрещенной. И теперь снова у нас лицевая петля. Дальше поднимаем промежуток. Изнаночная петля. Перекрещиваем петлю и вяжем изнаночной. Снова лицевая. Следующую петлю поднимаем, вяжем скрещенной изнаночной. И вот так я буду чередовать лицевая и изнаночная. Там, где промежуток между рядами, то есть мы где не оставляли петельки. Вот в таких местах, как вот, 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 вот. Дальше у нас идут просто петельки. Мы здесь никаких прибавлений не делаем, никаких подъемов, промежутков нету. Поэтому мы просто чередуем по рисунку, либо изнаночная, лицевая, либо лицевая, изнаночная. То есть посмотрите, как здесь у вас лягут петельки. Снова здесь есть промежуток, мы подтягиваем вот этот краешек ниточки, есть промежуток, между ними делаем петлю между второй и третьей петлей и так далее. Делаем промежутки там, где по 4 снятые, просто провяжем по рисунку, там, где между четырьмя первыми и вторыми промежуток поднимем петлю. В общем, поднимайте петельки, не бойтесь, все должно быть максимально приближенно и красиво. То есть, смотрите, благодаря перекрещенным петелькам у нас здесь нет никаких дырочек. Продолжаем вот так вот делать прибавления и провязывать лицевая и изнаночная, чередуя аж до самого конца. И обратите внимание, чтобы вот здесь вот при провязывании вот этих 12 петелек у вас должен рисуночек четко попасть вот в эту планку. То есть смотрите, у нас здесь идет послекромочная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Далее должна идти лицевая, изнаночная. То есть должны петельки совпасть. Если где-то что-то не совпало немножечко, можете не делать петлю подъема. Либо наоборот, где-то лишнюю петлю не бойтесь поднять. Итак, в общем, продолжаем набирать петельки и провязываем уже первый ряд резиночки обвязывания. У нас резиночка, так же как и в начале, 1 на 1. Провязали лицевой ряд до конца, и все, петельки у нас совпали. Если вы во всех промежутках делали прибавления, то петли должны совпасть. Теперь смотрите, мы в этом изнаночном ряду должны сделать петельку для пуговички, так как у нас последняя петелька, вот она, сейчас мы делаем петельку для пуговичек. Всего я буду делать резинки 5 рядочков. Первый я провязала лицевой, затем изнаночный, лицевой, изнаночный, и закончу вязание в лицевом ряду. Если же у вас будет резиночка пошире, чем 5 рядочков, то вы сделаете вот эту вот петельку не в этом изнаночном ряду, а в следующем ряду. Самое главное запомните, что если не 5 рядочков резинки, то будете делать через ряд. Если сделаете сейчас, то, соответственно, это на ширину 5 рядочков резинки 1 на 1. У меня будет резинка соответствовать по ширине вот этой боковой резиночки, которая у нас планочка, поэтому я буду делать сейчас. Итак, продолжаем вязать лицевая, изнаночная до последних 6 петель планки. Дошли до петель планки и вяжем изнаночная, затем лицевая, изнаночная, накид, изнаночную с лицевой меняем местами и провяжем вместе изнаночной одной петлей. Затем вяжем лицевая и изнаночная. С лицевой стороны мы, как всегда, наш накид провяжем изнаночной петлей, то есть между двумя лицевыми. И это у нас третий ряд резиночки 1 на 1 в высоту. Мы будем резиночку 1 на 1 вязать в высоту, еще раз повторюсь, 5 рядочков. Поэтому, так как у нас сейчас это уже третий ряд, я еще свяжу четвертый и пятый. После того, как связали высоту резиночки, мы закрываем петельки. Я буду закрывать петельки трикотажным швом закрытия резинки 1 на 1. К сожалению, камера у меня не позволяет это записать, но можете ввести в YouTube и посмотреть отдельный видеоурок. Можете, в принципе, закрыть вязание любым удобным для вас способом.
Итак, закрываем нашу резинку и прячем вот эти вот краешки ниточек, которые у нас остаются торчать с изнаночной стороны. И, наконец, мы подошли к самому последнему этапу и самому простому – это обвязывание рукавчиков. Одеваем наши 28 петель на 4 спицы и начинаем вводить ниточку, вот начиная с вот этого места подмышки, то есть на первую спицу. Вводим ниточку самым обычным способом, при этом оставьте небольшой хвостик для того, чтобы сшить вот этот промежуточек под ручкой или под лапкой. И теперь смотрите, начинаем вязать лицевыми петельками. То есть, как и до этого у нас была лицевая гладь, так мы должны связать лицевыми петельками 3 ряда. То есть, это у нас пошел первый ряд, вот это 4, 5 петля и так далее. 28 петель по кругу вяжем, замыкая в круг наше вязание. То есть, 3 ряда нам нужно замкнуть в круг. Связав первый ряд, дальше по спирали вяжем второй ряд. Немножечко петелька у вас привытянется, первая, вторая. Не обращайте на это внимания, все потом подтяните за вот этот коротенький хвостик, который вводили в начало вязания. И дальше продолжаем вязать по спирали второй круг и третий. Связали 3 ряда, потяните хорошо за короткий хвостик, вот этот наш. И вот посмотрите, у вас здесь небольшое отверстие. Вот этой ниточкой мы стянем это отверстие. Мы аккуратненько тайными швами так вот прошьем и с внутренней стороны закрепим ниточку и спрячем ее. Вот этот хвостик вам еще понадобится. И далее мы переходим на резиночку 1 на 1. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так как у нас четное количество петелек 28, то нам беспроблемно составит связать резинку 1 на 1. То есть ничего мы, никаких петель мы не убираем и не добавляем. У нас четное количество, подходящее отлично для резинки. И вот таким вот образом, чередуя лицевая и изнаночная, я буду вязать по спирали всего 6 рядочков. То есть сейчас первый ряд я формирую резиночки. И затем еще 5 рядочков провяжу лицевая и изнаночная, чередуя над лицевыми, вязать буду лицевые, над изнаночными и изнаночными. Ну, я думаю, что если вы связали до данного этапа, то вам без проблем не составит труда связать 6 рядочков. Первый мы уже связали, то есть еще 5 рядочков резиночки 1 на 1. А затем закрываем петельки точно так же, как закрывали здесь. То есть либо это трикотажный шовчик, закрытие резинки 1 на 1, либо же это просто закрытие обычное петелек. Связали обои рукавчики, первый вяжем симметрично второму. И теперь перешиваем пуговички всего лишь на нашу планочку, там где нет дырочек. Симметрично той стороне, точно так же где дырочки, там и пришиваем пуговички в начале, в конце и 3 в серединке, распределенно равномерно у нас уже по петелькам. Итак, после того, как мы пришили пуговички на планку, застегиваем и по желанию теперь можем сделать нашей кофточке вот такой вот капюшончик. Капюшончик, так как у меня кофточка вот здесь вот по спинке отстегивается, то я сделала также пристегнутым. То есть он у меня может одеваться, а может не одеваться. Капюшончик вяжется очень самым простым способом. Смотрите, набираем 35 петелек, я взяла нечетное количество для того, чтобы были симметричные петельки резинки 1 на 1. Далее вяжем резиночку в 4 ряда. В третьем ряду мы делаем петельки для пуговичек, точно так же, как мы делали на планочке. Вяжем накид, затем 2 петли, следующие вместе одной петелькой. То есть сокращение. В трех местах, ровно посерединке, с начала ряда, где-то на четвертой петле, и в конце ряда, предпоследние, в общем, перед четвертой петлей в конце я делаю. Затем провяжем просто один ряд, скажем так, резинкой 1 на 1 для того, чтобы закрепить наши петельки, то есть четвертый ряд. И в пятом ряду я сделала прибавление. Из каждой лицевой петли я вывязала 2 петельки. За переднюю стеночку не снимая и за заднюю. Сделав прибавление, у меня получилась 51 петелька. И вот эту 51 петельку я вязала до нужной глубины. То есть я связала порядка где-то 13 сантиметров, может даже чуть-чуть больше.
поменяла, сделала полосочку цвета, а затем просто шила капюшончик. Капюшон я шила трикотажным швом, как вы видите, нет никакого шва. Если вы сошьете обычным швом, то у вас, соответственно, получится здесь вот небольшой такой вот рубчик. Ну, абсолютно ничего страшного. Вот, и у нас в итоге получается вот такой замечательный капюшончик. Вот так он выглядит у меня. С изнаночной стороны точно так же выглядит с лицевой стороны лицевыми петлями, как и основное вязание. И для симметрии вот такого вот рисуночка я выбрала еще вставочку, для того, чтобы у меня совпадало основное полотно с цветом капюшона. Вот, в принципе, можно прикрепить в качестве украшения помпончик на уголочек нашего капюшончика. Я думаю, что здесь уже вы сможете пофантазировать, прикрепить, допустим, какие-то декоративные пуговички в виде лапок, вот, может, какая-то нашивочка и так далее. В общем, здесь уже, конечно же, украшайте на свой вкус. И я надеюсь, что вам было все понятно и понравилось. Не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, пока-пока!